Добрый день, дорогие коллеги! Я рада всех приветствовать на нашем очередном вебинаре из цикла «Психическое здоровье школьников». И позвольте, я в самом начале передам большой привет городу Минусинску. Я вижу, у нас сегодня очень много подключений из Минусинска. Мне довелось несколько раз там бывать. И Минусинский краеведческий музей имени Мартьянова – это вообще считается один из старейших, один из лучших краеведческих музеев. И сам город Минусинск, он такой удивительный, бережно хранящий свою историю, свои традиции. И поэтому, друзья, коллеги, привет большой! А сегодня у нас с вами такая очень непростая тема – профилактика химических зависимостей. На прошлом вебинаре, на одном из предыдущих вебинаров, Игорь Валерьевич Добряков рассказывал нам о том, что в современных вот условиях постмодернизма, когда идет разрушение традиционных ценностей и запаздывает формирование новых ценностей и идеологий, развивается ситуация такой вот базовой тревоги, в том числе у несовершеннолетних, которые пытаются найти способы ее уменьшить. И одним из таких простых, но не конструктивных способов является использование различных психоактивных веществ. И вот этому непростому вопросу, как уберечь наших детей от употребления психоактивных веществ, как организовать правильную профилактическую работу, и будет посвящена наша сегодняшняя встреча. И я с огромным удовольствием хочу представить вам замечательную команду из города Оренбурга под руководством Владимира Васильевича Карпица, главного врача Оренбургского областного клинического наркологического диспансера, главного нарколога Оренбургской области, и его замечательную команду. Эта служба у нас на протяжении ряда лет выигрывает различные конкурсы и в плане социальной рекламы, профилактики злоупотреблений психоактивных веществ. И вообще на территории Оренбургской области организуется очень много интересных мероприятий. И сегодня я надеюсь, что Владимир Васильевич и его коллеги нам расскажут о тех механизмах, о формах работы, которые они с успехом у себя реализуют. Владимир Васильевич, приветствую вас. Слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую всех наших участников этого большого такого круглого стола, будем говорить так, по профилактике наркомании, по системе системно-позитивной наркопрофилактики, которая в нашем диспансере, ну, является краеугольным камнем на протяжении многих-многих десятков лет. В свое время, в конце еще прошлого века, тогда, когда наркомания захватила, именно наркомания, ВИЧ, СПИД, захватил крупные города нашей европейской части, нашей России, пыхнул Питер, пыхнула Москва, пыхнул Краснодар, пыхнули многие города, которые дали огромный-огромный прирост смертности. Это молодые ребята с 14 до 22-23 лет гибли сотнями и десятками сотен по всей территории Российской Федерации. Я очень хорошо помню свои цифры, когда, значит, по Оренбургской области, Оренбургская область является средней областью Российской Федерации, тогда было здесь, проживало 2 миллиона 100 человек. Если мы разделим наше население на территории всей Российской Федерации того времени, как раз получалось, что среднее количество людей, живущих в каждой области, около 2 миллионов человек. И перед нами стала огромная задача, как выжить и как сделать так, чтобы наши дети услышали нас, а не услышали тех, кто призывал употреблять наркотики, тех, кто продавал наркотики. Ну, времена были тяжелые, страшные,
вы помните прекрасно, милиция практически и полиция в нынешнем как бы понимании, но милиция практически бездействовала. Что в Питере, что в Москве. Я в те времена, в конце как раз века, по заданию правительственной комиссии за подписью Ельцина проверял Питер и докладывал тамошнему начальству о результатах своей проверки. И господин Собчак мне сказал: а что ты, Володя, хочешь, когда у нас руки сейчас завязаны, мы ничего сделать не можем, мы не можем с базара убрать, а на базаре там, значит, эти наркотики продавались под столами, были приклеены кусочки анаши, и сверху цена продавались там, где продавалось мясо. И вот эти вот все вещи сподвигли нас вместе с профессором Деречи, когда мы видели вот эту безысходность. Я, кстати, в 2000 году 75 раз выступал на телевидении, на нашем оренбургском, по программе основного канала нашего «Регион». Были почти во всех территориях эти каналы, и нам эти выступления все-таки помогли как-то немножечко снизить вот эту смертность, и она была ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Но мы прекрасно понимали, что вот те дети, которые заразились и которые уже стали наркоманами, и, как правило, это, ну, процентов на 90 это были ВИЧ-инфицированные наркоманы, мы написали книжечку о именно позитивной наркопрофилактике, которую сделали потом системной. То есть мы ввели вот это не в акционную подачу материала, а ввели это в ту норму, которая, значит, потом нам дала определенный результат. Я сразу оговорюсь, потому что я, к сожалению, не смогу до конца присутствовать. Меня вызывает министр вот, на отчет, и где-то минут 40 посижу, а потом уеду туда, в Министерство здравоохранения. Вот дала нам самое главное. Мы в прошлом году закрыли наше детско-подростковое наркологическое отделение, потому что у нас просто нет сейчас в Оренбурге, в Оренбургской области детей с диагнозом наркомания или алкоголизм. Не у всех так, но вот системная эта работа, кропотливая, ежедневная, одно то, что с каждой школой я каждый год на протяжении уже многих лет подписываю договор о взаимодействии, и практически, ну, у нас школ тоже достаточное количество, свыше 1000, и наши сотрудники, это наш отдел профилактики, хотя в штатных нормативах стоит кабинет профилактики, практически вместе с сотрудниками детско-подростковой службы практически перекрываем все школы и в каждой школе хотя бы раз бываем. А у нас 33 района, это сельские районы, это 5 городов, которые с численностью населения от 70 до 240 тысяч, и наша центральный город, город Оренбург, свыше 600 тысяч, мы перекрываем полностью. То есть там наши сотрудники бывают обязательно в течение года хотя бы раз. А районы – это организована целая система позитивной наркопрофилактики, системно-позитивной наркопрофилактики, когда мы бригадой выезжаем туда, берем определенный возраст детей и подростков, которые могут быть склонными к употреблению наркотиков. Старую нашу добрую традицию мы никуда не убирали. Вы знаете, сегодня педагоги, значит, пользуются другой методикой, а мы пользуемся той вот ленинградской методикой, адаптированной Ленинградом
Питером нашим, я извиняюсь, Питером, методикой цветовых метафор. Вот. И мы с удовольствием пользуемся, и при этом мы считаем, что мы достигаем большего успеха в выявлении вот тех девиаций, тех настроений детей и подростков, которые нам при заполнении этих анкет показывают, а как они хотят дальше жить и что они вообще считают своей жизнью, а что они, как они относятся к наркотикам, к употреблению наркотиков и употреблению психоактивных веществ, а как они посещают дискотеки и прочие-прочие всякие вещи. В отделе профилактики у нас вот в самом отделе 6 человек. И заведующая отделом профилактики психолог Пенькова Анна Александровна. И есть два доктора, и я, несмотря на то, что как бы штатное расписание и нормативы рекомендательные наши говорят о том, что должны быть наркологи, но я, начиная вот изучать этот вопрос с конца прошлого века, ездил по многим странам, и везде этими вопросами, как правило, занимаются психоаналитики или психологи. Вот. И поэтому в штате у нас тоже есть психологи, в штате есть те люди, которые, ну, безукоризненно знают свое дело, и у нас очень серьезная договоренность с Министерством образования о том, что в школы, кроме нас, с этими вопросами никто не заходит. Потому что вот те моменты, которые особенно вредят именно школьникам, вредят в том числе и учителям, и родителям, это тогда, когда люди безграмотные, люди без царя в голове заходят в школу и начинают рассказывать, а какие способы используются для того, чтобы употреблять наркотики, какие наркотики, и начинают рассказывать про группы наркотиков, вместо того, чтобы с детьми разговаривать на предмет, а что такое хорошо, а что такое плохо и с чем это едят. По нашим старым советским, так сказать, методикам, еще давно-давно придуманным Корнеем Чуковским. Да, сегодня очень мало людей, тех, которые пропагандируют принципы Сухомлинского, Макаренко, очень мало людей. И мы зачастую вот забываем очень важный момент, который мы очень серьезно используем в нашей работе. Капля воды точит камень. То есть вот то, что мы делаем в течение года с каждой школы, мы на следующий год повторяем и смотрим те итоги на круглых столах, где присутствуют главы муниципальных образований. Мы смотрим, какие мы имеем результаты после того, как в прошлом году мы это все обсуждали с педагогами, с детьми и с родителями. И видим, что подвинулся вопрос отношения детей к труду, подвинулся вопрос отношения к психоактивным веществам, подвинулся вопрос по отношению, значит, к наркотикам. Почему там присутствуют главы муниципальных образований? А потому что вот та программа, которая у нас называется «Молодое поколение делает свой выбор», это одна из программ, она прописана в программе Оренбургской области. Это программа, которая есть в каждом муниципальном образовании и в любой из ваших территорий. Это обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области. То есть она обязательна для выполнения. И любой глава знает прекрасно, что за нее спросят. И поэтому зачастую на наших совещаниях сам глава присутствует и с удовольствием разговаривает с педагогами, с родителями, с учителями во время проведения круглого стола. Я долго не буду рассказывать, потому что мои сотрудники вам расскажут, в чем суть многих наших программ. Я единственное, что
хочу сказать, что сегодня, слава богу, нет на телевидении и радио таких роликов, а кто идет за Клинским. Помнит, наверное, каждый вот этих ребят в фуражках, это Клинское пиво. Вот. Но сегодня очень сложная история с интернетом. И вот здесь вот мы боремся как только можем. И борьба наша приводит к определенным результатам. Показатели смертности среди детей и подростков, из, как правило, абсолютное правило, это из групп ребят с антисоциальной направленностью, маргинальной направленностью, она у нас низкая. В прошлом году всего 2 человека там газами всякими отравились. Позапрошлом году был небольшой всплеск. Это 4 человека, ну, на 2 миллиона населения. Это как бы, как говорят, для каждой семьи это трагедия, а для нас это статистика. И она в некотором роде радует, что это не десятки, не сотни ребят, как у нас погибало до 500-600 человек от передозировки наркотика, вот тех молодых ребят, о которых я говорил. Вторая большая программа – это «Право на жизнь». Это программа, которая финансируется нами, нашим диспансером, и она заключается в том, что мы заказываем видеоматериал, видеоролики, и вот этот социальные ролики – и этот материал, ролики тоже вы будете о них говорить, да, девочки? Названия будут показаны, да, не буду на них застревать. Третья программа, которую мы тоже делаем у себя с одобрения Министерства здравоохранения, это программа «Здоровые мамы, кто они?». Это тоже очень серьезная программа. Мы заходим в консультации и там расставляем мобильные стенды по женскому здоровью и таким образом и консультируем, и пытаемся достучаться до тех мамашек, которые во время беременности употребляют сигареты, алкоголь и прочее. Мы участвуем в общероссийском проекте «Автотрезвость» совместно с ГИБДД и обучаем этому школьников 10-11 классов и в автошколе. Программа «Мы взрослеем», она является обязательной программой для педагогов. Мы с ней тоже, это профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. Она проводится совместно с акушерами-гинекологами. Еще очень интересная программа «Здоровый коллектив». Это в день охраны труда. Мы выходим в трудовые коллективы, где встречаемся с людьми, которые водят автотранспорт. Мы выпускаем газету «Твой выбор». Это наркологический вестник один раз в квартал. И сегодня готовим пилотный проект «Новая жизнь» с использованием дистанционного мониторинга. Каждому педагогу известна эта «Новая жизнь» у тех мамашек, которые злоупотребляют алкоголем и через систему МВД их лишают материнства, детей забирают туда, мамашки продолжают пьянствовать. А вот буквально недавно мы участвовали в виде конференции, где нам очень здорово Астрахань рассказывала про чуть ли не 90% успех, когда с мамашками, с этими работают. Мы тоже работали по программе, значит, инъекции вивитрола. У нас тоже был там шикарный результат, но он очень дорогой, и в результате того, что он очень затратный, мы на сегодняшний день с ним и не работаем, ну и тем более вивитрол-то особо сегодня нигде не найдешь. Вот все то, что будут говорить наши и доктор, заведующий детским подростковым отделением, и наш заведующий нашим профилактическим направлением Анна Александровна Пьянькова. Это не акции, а это ежедневная кропотливая работа. У нас есть даже серьезный автомобиль. Они, скорее всего, его покажут, потому что мы показываем его всем на 2 рабочих места. И плюс в восточной зоне, там, где
город Орск находится, и где наши показатели не очень хорошие, они похуже, чем в среднем по области, у нас тоже есть автомобиль, который выезжает прямо специально по всем районам там, и мы доходим даже до глубинки. Вот. Поэтому функции нашего отделения – это понятные, не буду о них долго рассказывать, они в нормативных наших документах, но самая главная функция, да, – это как сделать так, чтобы мы у каждого подростка сформировали мировоззрение на здоровый образ жизни, а каждый педагог знает, что такое формирование мировоззрения. Это надо полностью перестроить все отношение и психическое, и физическое к алкоголю. И вот ту речевку, которую мы говорим, она обязательно должна быть для каждого подростка, как протуберанцы в голове сидеть, и каждый подросток должен говорить сам себе, и мы эту речевку очень здорово используем. Во всяком случае, я когда провожу не беседы, а вот такие вот контакты с подростками, в основном подростки разговаривают, отвечают на мои вопросы, они, я им рассказываю, как тяжело и как плохо. То есть это позитивная направленность, и каждый подросток в голове, вот у него звучит: наркотик – это тюрьма или смерть. И когда мы об этом говорим, мы стараемся, чтобы он пронес эту всю жизнь, пока не становится он взрослым. Вот. И я сейчас передаю слово моим коллегам Анне Александровне Пеньковой, которая продолжит наш вебинар. И огромное спасибо Институту Бехтерева о том, что они пригласили нас участвовать в этом серьезном и важном для России моменте, это рассказать о нашей системно-позитивной наркопрофилактике, которую мы используем на территории нашей области. Спасибо вам, Наталья Владимировна. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Хотелось еще остановиться на таком очень важном моменте, о котором вы говорили, и это больше информация для наших слушателей. В вопросах профилактическая работа со школьниками, то, что делают библиотеки, да, в плане профилактики употребления психоактивных веществ, существуют жесткие рамки, жесткие нормы, которые утверждены на уровне Российского государственного антинаркотического комитета. Поэтому у меня к вам убедительная просьба, когда вы планируете, организуете какие-то профилактические мероприятия по профилактике именно наркомании и алкоголизма или иных злоупотреблений, консультируйтесь со своими региональными наркологическими службами, потому что есть некоторые вопросы, есть некоторые позиции, о которых на таких мероприятиях говорить нельзя. Нельзя рассказывать детям о наркотиках, нельзя рассказывать детям о том, какие действия эти наркотические препараты вызывают. И вот мы когда проводили анализ такой вот профилактической работы, которая проводится не в медицинских учреждениях, видим очень много нарушений в этом плане. Поэтому, уважаемые наши слушатели, коллеги, кто не работает в медицине, кто работает в образовании, в сфере культуры, я очень хочу настроить вас на взаимодействие с региональными наркологами, с региональными службами наркологическими и организовывать такие мероприятия совместно при их участии и при взаимодействии, чтобы вы не попали в ситуацию, когда ваши профилактические мероприятия будут иметь совершенно обратный результат. А теперь я хочу с большим удовольствием передать слово для выступления Ольге Викторовне Баканач, заведующей диспансерно-поликлиническим отделением по обслуживанию детского населения. Ольга Викторовна, вам слово. Так, Ольга Викторовна у нас пока подсоединяется. Я тогда несколько слов еще скажу. Нет, коллеги подключились. Ольга Викторовна, я вас представила. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые гости нашей встречи. Начну сегодня свою беседу, свою презентацию с представления той работы, которую мы проводим с несовершеннолетними подростками на территории Оренбургской области.
Хотелось бы поделиться своими какими-то практическими навыками, своими, может быть, даже проблемами, может быть, что-то обсудить, если вы будете не против. Но, тем не менее, все, что будет сегодня сказано, оно будет направлено на работу с подростками, на улучшение, скажем так, этой работы. Ну, ни для кого не секрет, что основной особенностью пубертатного периода является желание показать себя взрослым, показать себя, может быть, нужным какой-то категории населения, чаще всего это именно ровесники, именно то окружение, с которым общается несовершеннолетний подросток. Но не всегда эти встречи, они благополучно завершаются. И позвольте мне, я немножечко из кадра уйду, сяду к презентации для того, чтобы показать свою работу. Наглядно. Спасибо большое. Население. Небольшие цифры. Начну презентацию с цифр. Население Оренбургской области в целом и подростковое население от 0 до 17 лет составляет 395 642 человека. Это та группа ребят, с которыми так или иначе мы проводим работу. Ну, конечно же, не в один, не два года, но работа лет с 6 с несовершеннолетними у нас идет точно. Когда-то мы даже выходили в детские сады не к ребятам, мы выходили к родителям, потому что ни для кого не секрет, что основы воспитания, основы ценностных каких-то моментов жизни, оно все идет из семьи и закладывается в семье. Наша служба выросла с 96 года от одного маленького кабинета, где был доктор один и медсестра, до целого отделения амбулаторного, в котором работают несколько врачей, несколько психологов, работают медицинские сестры, специалисты по соцработе, те сотрудники, которые помогают нам улучшать состояние, наверное, среди несовершеннолетних и решать те проблемы, в которые они попадают. На сегодняшний день работают диспансерно-поликлинические отделения в городе Оренбурге, в больших городах Оренбургской области. Также в районных кабинетах работают врачи, психиатры, наркологи. Да, всего по одному доктору, но тем не менее на район хватает, и он проводит, старается охватить полностью всю ту работу, которую необходимо с несовершеннолетними провести. И до недавнего времени, с 2010 года, у нас работало стационарное отделение медицинской реабилитации для детей и подростков, которое было открыто на 15 коек. Но, как Владимир Васильевич сказал, в связи с тем, что на сегодняшний день мы достигли неплохих результатов среди несовершеннолетних в отсутствии синдрома зависимости от алкоголя, от наркотиков, от токсических веществ, поэтому было решено свернуть эти койки. Но так или иначе, стационарные отделения у нас остались, у нас работают. И если есть необходимость именно в госпитализации и лечении стационарным, такая возможность имеется. Не буду сильно нагружать вас цифрами, просто хочу показать показатель распространенности наркологических заболеваний среди детей и подростков. В сравнении с 2022 годом она у нас улучшилась, эта цифра. Среди детей от 0 до 14 лет с синдромом зависимости вообще нету детей, были единицы в подростковом возрасте. Это 1-2 человека. Структура наркологических заболеваний среди несовершеннолетних также в сравнении вам покажу, 2022-2023 год. Ну, примерно на одном уровне, но тем не менее синдром зависимости от токсических веществ у нас такой, как таковой диагноз, ушел. По сравнению с Российской Федерацией, те же показатели заболеваемости, распространенности, общей заболеваемости, они у нас лучше и ниже, ну, наверное, благодаря той работе, которую мы стараемся проводить, включая профилактические мероприятия и работу врачей-наркологов.
Из чего же состоит наша работа? Небольшой такой экскурс в те мероприятия, которые мы проводим. Конечно же, однозначно это межведомственное взаимодействие, это внутриведомственное взаимодействие. То есть наша работа строится в Оренбургской области, проводится на основе именно вот таких взаимодействий, где включены различные структуры и организации системы профилактики. Коротко перечислю сейчас, в дальнейшем более подробно остановлюсь, с какими структурами мы работаем. Это, конечно же, все медицинские учреждения Оренбургской области, которые работают с несовершеннолетними. Это образовательная организация, одно, наверное, из больших направлений в нашей работе. Это проведение профилактических медицинских осмотров, тоже остановлюсь чуть позже на этом, среди обучающихся нашей области. Это силовые различные структуры, инспекции по делам несовершеннолетних на первом, наверное, месте. Это уголовные инспекции. Также с нами сотрудничают уже в индивидуальном порядке следователи следственные отделы в плане направления на консультацию несовершеннолетних тех ребят, которые совершили какие-либо преступления и правонарушения. Конечно же, как координирующий и контролирующий орган, это комиссия по делам несовершеннолетних. Целенаправленная работа по профилактике, раннему выявлению употребления различных психоактивных веществ проводится диспансером именно в комиссиях по делам несовершеннолетних, где консультируются семьи которые попали в различные проблемные ситуации, причем как несовершеннолетние, так и у кого-то и родители, злоупотребляющие различными веществами, психотропными, спиртными напитками, конечно же, большее количество, наркотическими веществами. Из внутриведомственных взаимодействия, опять-таки вернусь, к тому, что у нас направление идет из амбулаторного отделения детей, необходимых для лечения в стационарное отделение. И в дальнейшем после выписки мы также продолжаем амбулаторно наблюдать этих ребят. С какой целью? То есть у нас нет такого, что положили в стационар, полечили 10 дней или 14, выписали, про этого ребенка забыли. Что он там, куда он пошел, что он дальше делает в дальнейшем, употребляет ли, бросил ли употребление, сделал ли выводы. То есть мы на самотек не пускаем, мы продолжаем контролировать и работать с этим подростком до тех пор, пока не наступит на самом деле улучшение, мы это не увидим и не увидит семья, где растет проблемный ребенок. Ну и, конечно же, взаимодействие между различными лечебными учреждениями, о котором тоже остановлюсь чуть попозже. Отделение, так как оно у нас проработало достаточно долго, около 13 лет, мне хочется в двух словах все-таки о нем рассказать. То есть цель работы отделения медицинской реабилитации для детей и подростков было обеспечение именно комплексной реабилитации несовершеннолетних, там, где участвует и медицинский персонал, и психологи, которые проводили психокоррекционную работу. Реабилитация для несовершеннолетних с наркологическими заболеваниями. Были ребята с сопутствующими соматическими либо психическими расстройствами. И члены их семей, но приходящие. То есть если ребенок лежит, то родитель имел полное право, мог воспользоваться нашей помощью и обратиться к психологу или к врачу за советом, за рекомендациями по своему ребенку. Результатом оказания медицинской реабилитационной помощи, конечно же, являлся отказ несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ, принятие новой системы ценностей, восстановление разрушенных отношений с семьей и обществом в целом,
Ну и, конечно же, восстановление способности к учебной, бытовой, трудовой деятельности. Потому что многие ребята даже в возрасте там, 13-14 лет элементарно не могли дома убраться, то есть просто были не приучены. Или помочь маме сумки с магазина принести, или самому сходить в магазин, посуду помыть, ну, посидеть с ребенком. То есть была одна отговорка, зачем мне это надо, вот родители есть, пусть они и делают. То есть опять-таки, да, все идет из семьи, ну, что, наверное, было заложено изначально, то мы потом и получаем. Показания к направлению в отделение для несовершеннолетних было, конечно же, наличие зависимости, это на первом месте, от психоактивных веществ. И направлялись ребята с донозологическими формами проблемной ситуации. То есть нет еще, у ребенка нет еще зависимости, у него нет как такового заболевания, но уже были проблемы, которые связаны с употреблением психоактивных веществ. Ну, ни для кого не секрет, да, что очень многие правонарушения и преступления чаще всего совершаются в состоянии какого-либо опьянения. Это как один из примеров, с которыми мы сталкивались. И также ребята проходили реабилитацию с тех семей, которые нами называются, да, и вами, наверное, неблагополучными, антисоциальными. То есть там, где родители злоупотребляли алкоголем, а дети просто сами себе были предоставлены, никто ими не занимался, вплоть до того, что элементарно не могли попасть к себе в квартиру, так как там мама, папа пьяные валяются с закрытыми дверями, да, покушать нету, дома ничего, да и дверь закрыта, как попасть ребенку в квартиру. То есть такие ребята тоже проходили у нас реабилитацию. Ну, на сегодняшний день, наверное, это один из больших плюсов, что синдрома зависимости нет, и койки временно или на постоянного пришлось вернуть. Ну, это схема небольшая, то, о чем я уже говорила, где мы проводим и какую работу. Первое, возвращаясь, это комиссия по делам несовершеннолетних. За 2023 год врачи-психиатры-наркологи приняли активное участие в заседаниях, 565 заседаний прошло, на которых проконсультировано более 2000 человек, из них это несовершеннолетние, приглашено 643, это вот реальные цифры нашей работы, явилось 387 человек, да, вроде как это 60, всего лишь 60%, не все 100. Но я хочу сказать, что остальные 40% не теряются из виду. Так или иначе, мы с этими ребятами сталкиваемся и работаем либо в образовательных учреждениях, либо на индивидуальных каких-то консультациях в самих инспекциях по делам несовершеннолетних, где мы тоже проводим приемы. Поэтому большая часть данных ребят, она все-таки нами охвачена. В 2023 году в стационарное лечение прошло 116 человек из тех, кто был проконсультирован на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Также проводимая работа с родителями, проконсультировано 3183 человека, из них приглашено 874, ну, явилась половина. Опять-таки, с родителями вы знаете прекрасно и не хуже меня, да, общаетесь с такими же родителями, которые злоупотребляют чем-либо, и как они себя ведут, и как они хотят или не хотят лечиться и изменить свой образ жизни, поэтому работать с ними тяжело. Работать с ними трудно, но тем не менее 50% как бы немаленькая цифра. И часть из этих родителей соглашаются лечиться с последующим проведением запретительных методик в стационарных наших отделениях. После что проводится на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних? Что такое консультация с подростками? Это не просто разбор протокола, который подается административной, да, органами полиции, сотрудниками полиции в комиссию. Разбирается конкретный случай, конкретная семья, вот родитель, вот ребенок, вот что с ними случилось. И подход к каждой семье, каждому ребенку, он индивидуальный. У нас нет такого, что вот подано на заседание комиссии
30 протоколов, вот по таким-то проблемам, давайте всем штраф выпишем, давайте всех накажем и отпустим. Такого нету. С каждым ребенком, с каждым родителем проговаривается вплоть до мелочей, а почему попал ребенок в эту проблемную ситуацию, как можно было избежать, какую альтернативу найти. И если мы на самом заседании не можем решить и найти какой-то результат, прийти к какому-то результату, мы таких ребят вместе с их законными представителями приглашаем к себе на прием, и однозначно приглашаются все ребята, которые, по которым составлен протокол за употребление различных психоактивных веществ, для того, чтобы мы эту работу продолжили, и это было не одна-две встречи, а на протяжении определенного периода до достижения нужного нам результата. Также с комиссиями по делам несовершеннолетних и с полицией мы выезжаем в межведомственные рейды. Это, ну, опять-таки вернусь, наверное, да, что одним из провоцирующих факторов интереса несовершеннолетних к употреблению психоактивных веществ и наркотиков выступает семейное неблагополучие. Там, где родители что-то употребляют, собственным примером показывают и детям, да, как можно жить, ну, с их точки зрения, как можно работать или не работать, учиться или не учиться. Ребята все это впитывают, и в итоге мы получаем те неблагополучные семьи, в которые выезжаем, семьи социального риска. Также в рамках данных рейдов, которые за прошлый год проведено, 271 рейд был, посещено 1750 семей. И буквально в каждой семье это были профилактические беседы, это были даны определенные рекомендации, определенные советы, как семье можно выбраться из того болота, в которое они попали. Помимо этих рейдов были еще рейды по местам досуга молодежи. Но в основном это клубы, в основном это кафе, рестораны, где ребята могли находиться и употреблять психоактивные вещества, ну, в частности, спиртные напитки. Либо это ночные клубы, где в ночное время находились ребята без своих законных представителей. Было осуществлено 7 рейдов и проконсультировано 51 человек, включая несовершеннолетних с признаками опьянения. Дальнейшая работа, да, продолжаю тему межведомственного взаимодействия. Работа с инспекциями по делам несовершеннолетних. За прошлый год проведено 96 приемов, где проконсультировано более 1000 несовершеннолетних. И не просто проконсультировано, опять-таки, возвращаюсь, приглашены ребята для дальнейшей работы, для дальнейшего изменения образа жизни их. Конечно, не все хотят, не все соглашаются, но мы стараемся обсудить эту тему, уговорить, убедить, объяснить, для чего это надо. И практически все ребята, которые так или иначе стоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за употребление, они все у нас потом продолжают работу с достижением положительного результата. Если брать во внимание работу с уголовной инспекцией, да, вроде как всего 3 встречи проведено у нас за прошлый год, но это большие встречи, это по типу круглых столов, массовые. Проконсультировано всего лишь 14 человек, но опять-таки мы считаем, что это достижение наше, потому что всего лишь 14 человек состояли, ну, были условно осуждены на тот период 2023 года. А вот индивидуальные консультации с ребятами проводились ежемесячно. Это если не нужна была помощь врача-нарколога, если нужна была помощь для ребят, кто условно осужден и состоит на учете в уголовной инспекции, то работа более тесная и также на протяжении длительного времени. Ну, про следователя, то, что я уже упоминала, это в основном те направляются ребята, которые совершили преступление, по которым решается вопрос о их дальнейшем наказании. Работа, если
они остаются в семье, если их не закрывают, если они продолжают жить и учиться в обществе, где были, то с этими ребятами мы проводим также индивидуальную работу и оказываем ту помощь, которая посильна и которая им необходима. Ну, небольшие фото вы, наверное, посещаете свои семьи, тоже видите некоторые, да, семьи, вот такие вот картинки. Это рейд межведомственный в одной из неблагополучных семей. Так как ребята не просто употребляют какие-либо психоактивные вещества, вот захотели они там, выпили, да, захотели, попробовали что-то из наркотиков, на самом деле у подростка есть желание независимости, есть желание проявить себя миру взрослых, что часто выражается в нарушении правил определенных, в нарушении каких-то требований, запретов. В результате проявляется агрессия по отношению к родителям, по отношению к педагогам, так как большую, наверное, часть времени они проводят все-таки в учебных заведениях. Плюс ко всему колеблющийся именно гормональный баланс объясняет эмоциональную подростковую неустойчивость. И в результате всех вот этих моментов ребята начинают пробовать различные психоактивные вещества. То, что приводит в итоге к отравлениям, с которыми уже мы сталкиваемся, подключаемся в работу, на основании каких приказов. Есть два основных приказа Министерства здравоохранения. Это номер 664 от 2021 года, в соответствии с которым мы обязаны информировать органам внутренних дел о тех случаях тяжелых отравлений, когда ребята попадают к нам в диспансер. И второй приказ, распоряжение Министерства здравоохранения от 17 года, номер 1413, это о тех отравлениях, когда несовершеннолетние попадают не только в наше отделение наркологического профиля, но и в соматические больницы, в клиники, в реанимационное отделение с отравлениями различных психоактивных веществ. У нас идет сбор информации об этих несовершеннолетних в соответствии вот с этим распоряжением. Что это представляет собой? За 2023 год мы собрали информацию. Что значит мы собрали? У нас ежедневно начинается день с того, что сотрудники нашего отделения обзванивают больницы, обзванивают различные отделения реанимационные, хирургические, травматологические с целью узнать, не обращались ли подростки, несовершеннолетние, в состоянии того или иного опьянения. Вот за прошлый год был 201 факт обращения несовершеннолетних в медицинские учреждения, физических лиц из них 194. Сбор информации – это так называемый единый оператор. Работает он с 2017 года. Работает круглосуточно, то есть даже если работа нашего амбулаторного отделения завершилась, то в вечернее и в ночное время есть определенные у нас телефоны, есть отделение, которое продолжает сбор данной информации. И в результате этого ни один ребенок у нас не потерян для того, чтобы с ним продолжить в дальнейшем работу. Но, к сожалению, как Владимир Васильевич уже озвучил, за прошлый год было два смертельных случая, где уже, ну, мы точно помочь ничем не сможем. Из 194 физических лиц 29 случаев было не по профилю, то есть не подтвержденный. Предположительно, диагноз был опьянение, потом по анализам не подтвержденный. А вот 172 факта и 165 физических лиц – это уже с подтвержденным диагнозом, с подтвержденным употреблением того или иного вещества. И из них ребята все 100% практически дошли до нас, и мы продолжаем работу. И повторных случаев именно после начала работы с нашим отделением, с нашими сотрудниками, ребята больше не попадали, повторных случаев не было. Большинство из отравлений в основном это
Сейчас вам наглядно покажу. Медицинский статус выделила специально вам диагнозы и количество несовершеннолетних. В основном это алкогольное отравление. 138 человек из 165 – это отравление спиртными напитками. Когда с ребятами беседуешь и спрашиваешь, вот для чего, зачем тебе нужно было употреблять там, пиво или коктейль, у кого-то это крепкие спиртные напитки. Многие говорят, да, вот у меня же организм крепкий, я думал, что ничего не случится, а тут с каких-то полстаканчика пива и сразу в реанимацию. То есть ребята не берут во внимание свой маленький возраст, то те моменты именно физиологические, когда организм просто не готов к встрече с запрещенными, да, веществами, потому что в любом случае это яд для организма, как для взрослого человека, так и для подростков. Ну, ребята во внимание не берут. Вот же у меня друг там выпил, пил, да, и ничего с ним не случилось. А что тут со мной? Наверное, это был некачественный алкоголь. То есть в основном все ссылаются на то, что раз качество спиртных напитков плохое, значит, и с отравлением попал. А не на то, что организм еще маленький, молодой и слабый. Вот, помимо отравления алкоголем, были еще отравления наркотическими веществами, но я не буду перечислять все, вы это видите на слайде. Да, были единицы, но тем не менее эти случаи есть. И для того, чтобы остановить, конечно же, мы проводим дальнейшую работу и с этими подростками, и с теми, с тем обществом, скажем так, с тем классом или с теми группами, с кем общается данный подросток. То есть если он учится в школе, мы выходим для проведения работы в класс, конечно же, с соблюдением конфиденциальности, конечно, с соблюдением анонимности в плане информации о ребенке мы в классе не говорим, не рассказываем, мы просто говорим о тех моментах, как не попасть в эту проблемную ситуацию. Если рассматривать социальный статус тех ребят, которые попали с отравлением в лечебное учреждение, то в основном это городские жители. Почему их больше, чем сельских? Опять-таки, немножко позже остановлюсь, покажу вам слайд. Ну, если в двух словах, то доступность психоактивных веществ в городе больше. По половой принадлежности мальчиков чуть больше, но опять-таки чуть больше. Когда-то, несколько лет назад, были всего лишь единицы девочек, которые попадали в наше поле зрения. Сейчас, вы видите, цифра выросла практически, ну, наверное, 40-60%. Девочки не исключение, и ну, не все слышат и видят необходимость другого образа жизни. Буквально вчера на приеме одна из девочек, с которой мы работаем, просто так и говорит: а у меня мама пьет, почему ей можно, а мне нельзя, ну и я буду так же. То есть и такие фразы, они не единичные, часто проговариваются ребятами. По занятости, если смотреть, то в основном, конечно, это учащиеся школ. Чуть меньше среди средних профессиональных образовательных учреждений, ну и из незанятых тех 165 человек у нас всего 9 было. Вот то, о чем я говорила, да, почему все-таки причины отравления сохраняются и употребление психоактивных веществ среди несовершеннолетних продолжают иметь место. Это, конечно же, наличие возможности приобретения психоактивных веществ. Здесь говорится в общем, спиртные напитки у нас продаются в каждом магазине, да, в больших сетевых магазинах висят объявления и стараются все-таки не продавать ребятам до 18 лет. Но мы прекрасно с вами знаем, что существуют еще и небольшие магазинчики, небольшие ларечки, там, где продавцы и руководители данного там, киоска готовы ради какой-то прибыли продать даже яд детям. Ну вот, тем не менее, ребята заходят туда, покупают, и как результат это отравление, либо состояние опьянения, и ребенок доставляется в полицию. Что касаемо наркотических веществ, слава богу, с этим в рамках законодательства намного лучше.
Но, тем не менее, есть еще психотропные препараты, которые продаются в аптечной сети, должны продаваться по рецептам. Но, опять-таки, иногда ребята находят способы и покупают психотропные препараты и в дальнейшем употребляют с целью опьянения. Либо они просят кого-то из взрослых знакомых, либо находят подход, как вот в последнее время очень часто мы сталкиваемся, находят больных психически заболеваниями и, находя подход к ним, забирает у них рецепты, просит у них рецепты, приобретает препараты и, как результат, это вот лечебное учреждение, реанимационное отделение. Дальше. Так как очень многие, да вообще, наверное, принято считать, и многие думают, что если попал к наркологу, то это табу на всю жизнь, это определенные запреты в рамках получения водительских прав, обучения, трудоустройства. И, конечно же, боясь того, что будут эти запреты у ребенка, ни сам ребенок, ни его семья не ведет за помощью к наркологам на начальных этапах. И в дальнейшем уже, когда ребенок приобретает, да, на стадии формирования зависимости, ему уже и самому не нужна особо помощь, ему и так хорошо. Поэтому проблема в некотором плане растет. Но мы стараемся что-то с этим делать. Поиск новых ощущений, каких-то определенных наслаждений. Опять-таки, никто из ребят, ну, наверное, не желает трудиться, не желает над собой работать в плане личностного роста, интеллектуального развития. Никто не думает, что новые ощущения можно получить, занимаясь спортом, что наслаждение можно получить, просто выехав на природу, на речку, там, я не знаю, прочитать какую-то любимую книгу. У каждого, наверное, имеется какое-то увлечение, хобби. Это тоже определенное наслаждение, когда ты этим занимаешься. Но, тем не менее, ребята об этом не думают. Для них проще выпить бутылочку пива или там рюмочку крепкого спиртного напитка, да, для того, чтобы вот они, новые ощущения, веселость, общительность, особенно для тех ребят, у кого так или иначе сформированы какие-то комплексы, они считают, что это один из выходов из ситуации, когда можно со своим комплексом побороться. Распространенные практики реализации наркотических средств бесконтактным способом, то есть через интернет-закупки. Это, наверное, в каждом городе есть, и наша область не исключение, когда через интернет можно не только наркотики заказать, наркотические вещества, в том числе можно спиртные напитки заказать. Через, простите, Валберес, да, заказывают психотропные различные препараты, заказывают БАДы, не читая состав, в некоторых входят именно психотропные вещества. И как результат, опять-таки, отравление. Сейчас идет определенная борьба с этим, и количество намного снизилось, по крайней мере, за прошлый год намного меньше стало ребят, которые приобретали какие-либо психоактивные вещества через интернет-закупки. Так как появляются новые виды синтетических наркотиков, последствия которых не просто непредсказуемы, но они еще и неизвестны для ребят, они неизвестны для родителей, да, в частности, если брать во внимание наркотики, то, конечно же, информации очень мало, несовершеннолетние не владеют информацией, как этот наркотик повлияет именно на его организм. Если брать во внимание просто психоактивные вещества, и в частности электронные сигареты, опять-таки, очень многие ребята, когда своим родителям говорят, что ну, я же не наркотики употребляю, я же употребляю, вот тут попарил немножечко, там ничего страшного, зависимости нету, проблем после употребления электронок нету, поэтому можно, вот видите, не запрещены. Да, было одно время, электронки не запрещены, но сейчас вопрос решился другим способом, и никотинсодержащие вещества относятся к запрещенным препаратам. Что касаемо в дальнейшем, да, как мы работаем с теми в том направлении, чтобы ребят было, несовершеннолетних было как можно меньше,
как можно меньше попадали в наше поле зрения. Это работа по раннему выявлению незаконного потребления различных психотропных веществ и наркотических. Проводится, как один из моментов, проводится профилактический медицинский осмотр в образовательных организациях на основании данных приказов. Но наш приказ Минздрава России – это 581-Н. Непосредственно как раз та информация, которая касается вас. Если, я не знаю, во всех ли городах, кто меня сейчас слушает, проводится данная работа. Но прям немножечко хотелось на этом остановиться. В плане проведения профосмотра среди несовершеннолетних, как это проходит? Сначала проводится социально-психологическое тестирование среди несовершеннолетних в возрасте старше 13 лет. На основании результатов этого тестирования составляются списки так называемой группы риска с высокой, высочайшей рискогенностью. Это основная группа, которую мы потом берем на проведение именно наркологического тестирования, на проведение профилактического, в дальнейшем медосмотра. С каждым учебным заведением составляется календарный план, и, конечно же, профосмотры проводятся только с согласия либо самих несовершеннолетних старше 15 лет, либо согласия законных представителей для детей в возрасте до 15 лет. Но данные цифры озвучивать не буду, вы их видите. Охвачено среди школьников средних профессиональных учреждений высших вот данное количество детей, подростков. Да, и есть у нас проблемы. Положительных результатов вроде бы выявлено было всего 2, но опять-таки здесь именно наркотические вещества. А посмотрите, сколько никотин, потребителей никотинсодержащих веществ, то есть достаточно много. Все ребята в итоге приглашены к нам, но не для того, чтобы поставить их на учет, а для того, чтобы провести работу, которая необходима, для, чтобы ребенок бросил и остановился. Данное фото – это наш передвижной пункт, о котором Владимир Васильевич говорил. Вид изнутри, где прием ведет доктор с медсестрой, там же биотуалет, то есть все приспособлено как в кабинете. Лицензия на данный вид деятельности у нас получена, достаточно комфортно, и беседа идет конфиденциально, то есть никто из детей, и педагогов, родители, никто не слышит, о чем разговаривает доктор и подросток. Но по результатам данного тестирования мы уже составляем определенные, даем рекомендации для несовершеннолетних, для их родителей, приглашаем к себе и проводим дальнейшую работу. Просим для проведения профосмотра включать в списки не только ребят, которые попали в группу риска по результатам социально-психологического тестирования, но и те, кто совершили какие-то противоправные деяния в сфере употребления либо незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, которые состоят на контроле в комиссиях по делам несовершеннолетних и которые на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних находятся, и, конечно же, кому оказывалась медицинская помощь в результате отравления. Какие проблемы при проведении профосмотров? То, с чем мы сталкиваемся, ну, хотелось бы поделиться, может быть, и у вас те же самые проблемы, но как-то мы планируем их решить. Может быть, вы потом поделитесь своей информацией. Не во всех случаях, к сожалению, учебные заведения доводят результаты социально-психологического тестирования до обучающихся и их законных представителей. Многие родители и дети просто не понимают, для чего это проходит, не понимают, как это проходит, и как результат это возникновение отказа. Когда мы начинаем беседовать с конкретной семьей и обсуждать, а почему вы отказались, а какие причины? То есть многие говорят, что вот нас запугали, нам сказали, что вы сейчас пройдете это тестирование, не дай бог что-то выявят, поставят ребенка на учет, зачем вам это нужно? Ну, то есть немножечко в исковерканном виде информация доходит до семей. Поэтому, пожалуйста, по мере возможности рассказывать, ну, более реальные ситуации, как проходит профосмотр. Не во всех, конечно, учебных заведениях нам помогают провести профосмотр, но, тем не менее, мы справляемся.
Я считаю, что неплохо справляемся. Данный слайд просто вам для ознакомления, на что обратить внимание в образовательной организации. Вы, ребят, видите с утра и практически до вечера, видите их изменения, видите перемены. Поэтому, если вы что-то из этих признаков заподозрили, увидели, заметили, пожалуйста, не бойтесь говорить родителям, ставить в известность, но не в грубой форме, а мягко рассказывая о том, что вы увидели, и рекомендую обратиться к специалистам, к врачам-наркологам, либо к психологам. Опять-таки остановлюсь, прям буквально 2 секунды. Важно понимать на самом деле, что обращение несовершеннолетнего к врачу-психиатру-наркологу, независимо, как он к нам попал, кто его направил, ни в коем случае не ведет за собой обязательной регистрации на диспансерном наблюдении, так называемый наркологический учет. Мы подходим индивидуально и на учет стараемся ставить, ну, может быть, единицы только там, где зависимость уже развита, прямо идет полным ходом. И если своевременно направлен ребенок на консультацию к врачу-психиатру-наркологу, то помочь ему намного проще. Все мы с вами знаем прекрасно, что любое заболевание, в том числе и нашего профиля, легче предупредить, чем потом лечить. Ну, это небольшие фото, как проводят у нас прием врач-нарколог и психолог, индивидуальная консультация и психокоррекционная работа. Работа на самом деле с психологом у нас на постоянной основе и на базе нашего диспансерно-поликлинического отделения по обслуживанию детского населения функционирует психотерапевтическая подростковая группа, целью которой является коррекция девиантного поведения у подростка, формирование адекватной самооценки, информирование, конечно же, об ответственности за наркопреступление, за употребление различных психоактивных веществ, с дальнейшей коррекцией детско-родительских отношений. То есть не просто ребята позанимались психологом и ушли в никуда. То есть в любом случае результаты озвучиваются родителям и строится определенная работа с семьей. Также проводится работа и с родительскими коллективами, так называемые родительские встречи. Ну, за прошлый год было проведено 35 занятий, проконсультировано 276 человек. Хочу сказать, что не особо с желанием родители идут к нам и работают в этом направлении. Чаще всего это те фразы, когда «ну, это же у ребенка проблема, не у нас, вот вы с ребенком и работаете». Но опять-таки, почему работа проводится длительно и на постоянной основе, чтобы и родителям объяснить, и детям, для чего им это нужно. И как результат нашей работы, то есть, может быть, вот то, что я озвучила сейчас, это все поверхностно, но тем не менее, вам может показаться, что все это скучно, неинтересно, что они, ребята приходят, родители приходят, и им только вот пальцем указывают, воспитывают, что можно, что нельзя. Нет, ни в коем случае. На самом деле мы стараемся преподнести ту информацию и объяснить ребятам, достигая цели по изменению образа жизни, формированию здорового образа жизни, по изменению ценностей. Ребята после нашей работы ставят какие-то цели, достигают их. И вот это вот, наверное, та благодарность, которую мы получаем от детей и от семей. И когда это проговаривается, что даже элементарное спасибо вам, что вот ребенок стал другим, ну, это как бальзам на душу. Что если очень коротко и поверхностно, то поделилась с вами той информацией, которую имею. Это наши координаты. Если кому-то интересно, пожалуйста, запишите, звоните нам, поможем и расскажем, ну, чем сможем. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Добрый день всем присутствующим. Я хочу предложить вам немножечко передохнуть между выступлениями и показать наши два видеоролика, которые мы снимали в нашем замечательном городе Оренбурге, как раз передохнуть. Можно включить, пожалуйста.
Они сказали, я смогу быстро заработать много денег. Они сказали, это просто игра. Они сказали, это безопасно, если быть осторожным. Они сказали, я смогу остановиться, когда захочу. Они соврали. Большое спасибо. Наталья Владимировна, у нас еще один прям небольшой. Только ты решаешь, на что потратить свою жизнь и какой она будет. Она может быть трезвой. Насыщенной, полной важных мгновений и достижения поставленных вершин. Полной важных мгновений и достижения поставленных. Спасибо большое, коллеги. Давайте я все-таки представлю Анну Александровну Панкову, заведующую отделом профилактики наркологических расстройств. И еще раз подчеркну, что Оренбург у нас стабильно становится призером конкурса социальной рекламы. И вот те ролики, которые коллеги вам показали, они в том числе и были достойно оценены на всероссийском конкурсе социальной рекламы. Анна Александровна. Спасибо, Наталья Владимировна. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. На численности останавливаться не буду. Ольга Викторовна уже озвучила. Что касается структуры, то есть мы являемся подразделением организационно-методического отдела, который, в свою очередь, является подразделением диспансера по штатам. То есть ставка заведующего отдела медицинский психолог, два врача, два медицинских психолога и фельдшер. Ну, это, так скажем, сотрудники в лицах. Ага. В Оренбурге профилактическая работа имеет образовательную модель реализации и осуществляется на основе концепции первичной системно-позитивной наркопрофилактики, которая разработана на базе кафедры психиатрии и наркологии нашего Оренбургского государственного медицинского университета. Ее идеология предусматривает комплекс мер социальных, психологических, медицинских, информационных, формирующих личностный антинаркотический иммунитет, что позволило консолидировать общественность в направлении позитивного формирования личности детей-подростков. Все это способствует решению ряда задач, то есть систематизировать работу межведомственного взаимодействия, охватить все целевые группы и выстроить позитивную направленность наркопрофилактики.
Основные цели нашего профилактического направления являются это сформировать мировоззрение на здоровый образ жизни и привить уважение к существующему законодательству Российской Федерации. Медицинская профилактика была и остается приоритетным направлением в деятельности диспансера и выстраивается в соответствии с нормативными документами как федерального, так и областного уровней. Финансируется за счет собственных средств. По межведомственному взаимодействию, то есть это тут все субъекты профилактики, то есть Министерство образования, физической культуры, спорта, полиция, прокуратура, Центр профилактики и борьбы со СПИД, комиссии, конечно, и общественные организации. Это вот все проекты, которые реализуются на сегодняшний день на территории области. Сейчас кратенько прям о каждом расскажу. Дети и подростки составляют 25% всего населения, но это 100% будущей нашей Оренбургской области. Цель программы та же, как и направление, да, то есть сформировать мировоззрение и привить уважение к существующему законодательству. В чем еще уникальность программы, что она одномоментно рассчитана на все 4 целевые группы. То есть это обучающие, родители, педагоги и, конечно же, административный ресурс. Региональная программа «Молодое поколение делает свой выбор» реализуется с 2003 года, но с 2016 года она немножечко преобразовалась и проводится теперь во всех муниципальных образованиях области в виде декадников совместно, опять же, со всеми субъектами профилактики. Небольшие кадры. Декадник проводится в два этапа, то есть сначала проводятся мероприятия, интерактивные игры, спортивные мероприятия, встречи с родительским активом, семинары для педагогов. И вторым этапом, да, финальным аккордом уже декадника является межведомственный круглый стол, в котором обязательно принимает участие глава каждого муниципального образования и все ключевые участники и исполнительной программы. По результату, точнее, по итогу каждого круглого стола выносится резолюция с точечными рекомендациями и ответственными лицами. Через год проводится аналогичное мероприятие. То есть составляется план-график ежегодный, помесячно расписанной территории, куда мы осуществляем свои выезды. Одним из показателей эффективности проекта является снижение первичной заболеваемости среди подростков. Снижение произошло на 83,3%. По количественному за 2023 год 23 декадника и 3 всего лишь пока осуществили мы за первый квартал 2024 года. Данная программа «Молодое поколение» была награждена дипломом лауреата 7-го Всероссийского форума «Здоровье нации. Основы процветания России» и является призером конкурса в номинации «Лучшая программа первичной профилактики употребления ПАВ» Федерального исследовательского центра имени Сербского. Следующее направление – это наш проект «Право на жизнь». То есть мы раньше готовили 10-минутные телевизионные сюжеты, которые транслируются на региональных телеканалах. В этот же проект вошли подготовка как раз-таки наших роликов. Там я видела очень много вопросов, где их взять. Там в конце будет ссылочка на наш сайт. Справа есть подраздел «Отдел профилактики» и все ролики в свободном пользовании к вашему вниманию. Можете их также скачать и использовать в работе. Про эту нашу научную газету Владимир Васильевич уже сегодня говорил. То есть она выпускается у нас ежеквартально. Данный вестник распространяется во все наркологические кабинеты районов, городских больниц области, а также в ведомства всех уровней, участвующих в наркопрофилактике среди населения.
С 2018 года стартовал наш проект «Здоровые мамы, какие они», направленный на рост осознанного материнства и увеличение количества счастливых семей. В рамках проекта наркологический диспансер в женских консультациях организует выставку мобильных стендов профилактической направленности здоровья женщины, а также работу специалиста для консультирования женщин в школах материнства. С февраля 2020 года совместно с ГИБДД УМВД России по Оренбургской области запустили проект «Автотрезвость Оренбуржья». Что они из себя представляют? То есть это полуторачасовые занятия в автошколах и также со старшеклассниками, то есть 10-11 классы. Лекции, видеоролики, упражнения со специальными очками, передающие эффект алкогольного опьянения без единой капли алкоголя. То есть будущим водителям лучше понять проблему и сделать правильный выбор. Да? Пить нельзя, рулить. Очень огромная работа проводится в трудовых коллективах, особенно на техногенно опасных предприятиях, в целях повышения эффективности деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и пропаганде здорового образа жизни. В рамках сотрудничества заключается бессрочный договор о совместной деятельности по организации профилактической работы на бесплатной основе, ежегодный план совместных мероприятий. И ежемесячно в установленный день охраны труда специалисты-диспансеры выходят в организации, где проводятся беседы, кинолектории и тренинги. Но вот с начала этого года мы немножко облегчили, наверное, себе жизнь, потому что специалистов, трудовых коллективов прибавляется, специалистов уже в нужном количестве нет, и мы теперь ежемесячно делаем видеоконтент и централизованно отправляем во все трудовые коллективы. И они уже в этот день производят у себя на предприятии трансляцию данного видео. С октября 2023 года это совсем новая наша программа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства «Я родитель». Специалистами нашими разработаны мероприятия «Мы взрослеем» для образовательных организаций с привлечением врачей-психиатров-наркологов, врачей-акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, инфекционистов и медицинских психологов. Включает в себя как теоретические занятия, так и тренинговые. То есть основные темы, которые мы охватываем, это репродуктивное здоровье девочки, зона риска ВИЧ, важные факты о заболеваниях, передающихся половым путем, семейная жизнь, ценности и смысл, психоактивные вещества и секс. Также пилотный проект, то есть на стадии запуска «Новая жизнь», о которой уже сегодня Владимир Васильевич говорил. Цели проекта очень простые. Это, опять же, профилактика социального сиротства, формирование стойкой длительной ремиссии у злоупотребляющих алкоголем родителей, имеющих несовершеннолетних детей, повышение приверженности к диспансерному наблюдению лиц с алкогольной зависимостью, восстановление родительских прав, определение эффективности дистанционного мониторинга в реабилитации пациентов, принимающих участие в медико-социальном проекте «Новая жизнь». Какие критерии включают в себя проект? Наличие одного или нескольких несовершеннолетних детей, неисполнение родительских обязанностей, наличие синдрома зависимости, прошедшие стационарное лечение, информационное добровольное участие в проекте и отсутствие психических заболеваний. Период проведения от 15 недель до 12 месяцев. Участниками проекта являются врачи, в количестве мы определили в среднем это 15-20 человек, психологи 10 человек, пациенты 100 плюс 50, контрольная группа и, конечно же, социальный работник.
Ну, это уже традиционные мероприятия мы проводим ко всем памятным датам. Мы очень тесно работаем с федерациями различных единоборств, проводим различные турниры и, ну, как бы направляем, да, на борьбу с зависимостями и популяризации трезвого образа жизни с привлечением вот именно общественных организаций, спортивных федераций. Такие вот устраиваем различные мероприятия. Еще наша одна большая изюминка – это интерактивные формы работы, потому что с 2019 года мы абсолютно вообще ушли от лекций, скучных и никому не интересных. То есть сейчас исключительно проводим всю профилактическую работу в игровых формах. Вот они перед вами представлены, то есть это различные квест-игры, деловые игры, то есть наш брейринг, мы вот в Питере заказали брейн-систему, которая представлена на фото, разработали ряд вопросов, причем весь интерактив состоит из 5 блоков. Первый блок, как правило, это профилактика табакокурения, второй блок – это профилактика употребления алкоголя, третий – наркотиков, четвертый блок – это как раз-таки наше уважение к существующему законодательству Российской Федерации. И пятый блок – это же, конечно, ВИЧ-инфекция. То есть все специалисты являются спикерами, то есть специалисты СПИД-центров обязательно присутствуют либо прокуратура, либо полиция в качестве спикера, что касается правовых вопросов. И вот в таком тандеме все интерактивные формы работы реализуются на территории нашей области. Вот по количеству это выглядит следующим образом. И по острым отравлениям Ольга Викторовна уже говорила. Я хочу сказать от себя, что с 2021 года мы дополнительно проводим профилактические мероприятия в образовательных учреждениях по фактам обращения несовершеннолетних в медицинские организации. То есть в отдел было поступлено 93 сигнальных извещения, которые были все отработаны в школах и в СУЗах. И очень огромная работа еще ведется с несовершеннолетними правонарушителями по линии УФСИН. То есть это работа с условно осужденными и ежегодно на постоянной основе с уполномоченным по правам ребенка нашей Оренбургской области и представителями комиссий мы выезжаем в воспитательные колонии, где отбывают наказание ребята с нашей Оренбургской области. Раньше это был город Стерлитамак, потом мы ездили в Камышин, город Волгоградской области. Теперь вот второй год подряд посещаем город Ижевск, где наши ребята отбывают наказание. То есть такая работа тоже на постоянной основе осуществляется. И говоря о профилактике, еще вот прям минуточку, не могу сказать о работе экспертно-консультационного совета. То есть при антинаркотической комиссии Оренбургской области у нас создан совет экспертно-консультационный, да, который именно имеет, конечно же, он рекомендательный характер, но в свою очередь четко отслеживает весь материал, да, который специалисты используют в работе, на адресность, на корректность, на уважение, на преемственность, на комплексность и, конечно же, позитивность, как Наталья Владимировна начинала, да, с чего, о том, что вся наркопрофилактика должна быть исключительно позитивной, то есть отсутствие устрашающих картинок и персонажей. Да? Адресность – это, конечно же, соответствие уровню психического и физического развития. Корректность, тактичность, да, точность подачи, компетентность специалистов, конечно же, должна присутствовать обязательно. Ну, это вот то, что мы запланировали на 2024 год. Хочу максимально еще программу для лишенных именно управления транспортными средствами, потому что их таких тоже в достаточном количестве. Ну, вот каким-то таким образом осуществляется вся наша профилактическая работа. Опять же, телефоны
все указаны с кодом города Оренбурга. Мы всегда открыты для там, поделиться опытом или ответить на какие-то вопросы, которые, возможно, у вас появились. Ссылка на наш сайт «Нарко56». Да, я еще раз повторю, что справа есть подраздел «Отдел профилактики», где содержится весь видеоматериал, все сценарии интерактивных форм работ, которые вы также можете использовать в работе. Наталья Владимировна, у меня все. Анна Александровна, появитесь, пожалуйста, в экране, потому что... Как-то не удивить нас с камеры. Можно я вот отойду на место Владимира Васильевича? Давайте, да, появитесь, пожалуйста, коллеги, в экране, потому что есть несколько вопросов. Просьба не выключать пока презентацию. Значит, вопрос, как подросток у вас попадает к наркологу на прием? Так. Сейчас, да, так, чтобы... Да, ага. Ольга Викторовна, давайте. Как у вас подросток на прием попадает к доктору? Смотрите, у нас несколько каналов поступления. Вот то межведомственное взаимодействие, о котором я сказала, это как раз те пути, откуда к нам ребята попадают. Направляются инспектором по делам несовершеннолетних, направляются с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однозначно это самообращение, и с каждым годом таких семей все больше и больше, когда сами приходят и просят о помощи. Это после проведения профилактических медицинских осмотров в образовательных организациях. Это после консультации в лечебно-профилактических учреждениях, куда ребята попадают с отравлениями или просто состояние опьянения, пусть даже легкого, потом направляются к нам. Вот. Это в любом случае те структуры системы профилактики, соцзащита, психологические какие-то службы. То есть беседуя с ребятами, семьями, если те захотят получить помощь нарколога, они направляются к нам и эту помощь получают. Спасибо. И самый такой непростой вопрос. Я понимаю интерес школ. Коллеги спрашивают, не коллеги, а слушатели, а как школа узнает о ребятах, находящихся на учете в наркодиспансере? Вот, это один из сложных вопросов на самом деле. Мы... В первую очередь хочется ответить, что согласно закону никак. Вот, это вот тот момент, о котором подбирала слова, как бы мягко сказать. На самом деле мы в школу не сообщаем никак абсолютно, но школы узнают, так как те ребята, которые попадают за употребление различных психоактивных веществ к сотрудникам полиции, сотрудники обязаны проинформировать образовательное учреждение. Эти ребята потом состоят на учете, я так понимаю, да, именно в этих учебных заведениях. Да, как уж эти учеты называются, там где-то внутришкольные или по-другому, вот, но только через сотрудников полиции. Если ребята пришли по самообращению к нам, минуя органы, да, внутренних дел, то школа про этих ребят, простите, не узнает никак, потому что принцип врачебной тайны и конфиденциальности, он сохраняется. Даже после проведения профилактических медицинских осмотров в образовательных организациях все равно мы не имеем права озвучивать фамилии тех ребят, кого выявили. Только для, в цифровом эквиваленте, варианте для проведения профилактической работы в классе. Ну вот, как-то так. Не очень простой вопрос. Как агитировать подростков для прохождения медосмотров? В сельской местности абсолютно все отказываются. Это вот та проблемная ситуация, с которой мы тоже сталкиваемся, но все прописано в приказе вот 581Н, который мы озвучивали, вот, и там прописаны вот те этапы, которые мы проводим и проходим, да, перед проведением профосмотра. Обязательная работа с родителями, то есть один из этапов – это встреча с родительским коллективом, где либо врач на
нарколог или психолог школы, или социальный педагог школы, то есть в зависимости, кто данным мероприятием будет заниматься. Объясняют до мелочей цели, задачи данного мероприятия, проговаривают, что это ни в коем случае не ради учета, а ради помощи ребятам именно узнать, увидеть на ранних этапах, потому что зачастую даже родители не замечают в это время, что ребенок начал пробовать. Вот. Объяснить, что это абсолютно не чревато никакими последствиями, только все в рамках помощи данному ребенку. И что проводится это всего лишь навсего с забором анализа мочи, потому что очень многие родители почему отказываются? У кого-то дети просто боятся сдавать кровь. А озвучивается почему-то, что это будет анализ крови с проведением, с выявлением потом психоактивных веществ. Был вплоть до такого, ну не знаю, казуистического, наверное, момента, придя в одну из школ, у меня, не пойму, почему страх в глазах у ребят, у целого класса. Я говорю: ребят, что случилось, почему вы не хотите пройти профосмотр, в чем, почему боитесь? Один ребенок прямо сказал: а нам сказали, что вы будете брать кровь, причем кровь из носа. То есть кто-то пошутил, кто-то сказал, и информация пошла дальше. Вот для того, чтобы не было вот таких вот каких-то моментов, с родителями проговаривается. Приглашайте наркологов, приглашайте специалистов, кто будет заниматься, как к родителям, так и к детям. Объяснив значимость данного мероприятия, потом все соглашаются. Ольга Викторовна, у нас вопрос еще, что спрашивают, есть ли возможность как-то скачать, познакомиться или даже приобрести методички, какие-нибудь рекомендации с вашими интересными интерактивными мероприятиями. Александра, возможно, Анна Александровна, дам слово. Да, я еще раз повторю, где взять данный весь материал. Он находится на нашем сайте. Либо, я говорю, можете вот в кабинет профилактики сделать звонок, обозначить свою электронную почту, и мы персонально вышлем, если кому-то стало интересно. Мы всегда поделимся. Большое спасибо, Анна Александровна. Ольга Викторовна, наверное, вам еще раз вернуться придется. Здесь у нас в чате активно идет дискуссия о том, что сотрудники образовательных организаций возмущены тем, что медицинские учреждения не готовы и не могут сообщать данные о том, кто из детей наблюдается. И это, собственно, вызывает вопросы в плане взаимодействия и даже такие высказывания, что школу используют в темную, но при этом хотят сотрудничества. Как-то хотелось бы немножко вот наши уважаемые слушатели и друзья, вот поставьте себя на место человека любого, да, вот скажите, пожалуйста, если у вас есть какое-то заболевание, хотели бы вы, чтобы об этом знали все окружающие? То есть закон защищает врачебную тайну. Носитель этого заболевания, взрослый или ребенок, сам, если хочет, может об этом рассказать кому угодно. А доктор владеет информацией. Передать ее не может никому. Поэтому не сердитесь, пожалуйста, на нас, на медицинские учреждения, что мы эти данные не сообщаем. Есть разные варианты взаимодействия и сотрудничества. Я уверена, что вы наверняка знаете тех ребят проблемных, которые есть у вас в школах, в училищах. Вы, в принципе, знаете и догадываетесь. Другое дело, что не всегда легко такого ребенка отправить на консультацию или к наркологу, или к психиатру, да, и потом, соответственно, получить от доктора обратную связь, что же все-таки с ним происходит. Но точки взаимодействия и какие-то рекомендации, то есть, может быть, не информацию о диагнозе, но какие-то рекомендации по оказанию помощи этого ребенка получить можно. Все верно, можно прям два слова буквально добавлю. Я объясню, почему соблюдение врачебной тайны в данном случае и в рамках законодательства, и просто из чисто человеческих соображений все-таки нами соблюдается. Дело в том, что было когда-то время, да, это было несколько лет назад, десятков лет назад, когда
как вы говорите, да, в темную использовать школу. Никто никого не использует однозначно. Проговаривались, обговаривали все ребята с их проблемами со школами, но мы стали получать тот момент, когда вот ребенок попал один раз, например, да, как пример, с отравлением алкогольным в больницу, пришел потом в школу, все узнали, вся школа узнала, преподаватели, дети, и вплоть до того, что ребенка пришлось забирать из школы, потому что все стали пальцы показывать, а вот он алкоголик, но он не алкоголик, у него нет этой зависимости, да, у него была проблема. Может быть, потом он и сам сделал выводы, да, и все понял, но тем не менее шлейфом вот эта информация за ним достаточно долгое время шла. Поэтому и из этих соображений. И есть ряд других, ну, почему мы не сообщаем. Но, тем не менее, с психологами и социальными педагогами школы мы работаем довольно-таки тесно. И если есть такие ребята, они однозначно есть в учебном заведении, то мы проговариваем какой-то, составляем общий план работы. Но правильно Наталья Владимировна сказала, то, что вы все знаете этих ребят. Другой разговор, что вы не знаете сам диагноз, ну а для чего он нужен по большому счету? Вы знаете, что есть у ребенка проблема, и как с этой проблемой работать. Ребенку наоборот надо, может быть, как можно меньше напоминать о том, что он там употреблял какие-либо вещества, да, он и сам хочет из этого вылезти. То есть больше на позитив, больше на положительные какие-то моменты, на общение с ровесниками, на ценности, на цели обратить внимание, нежели на то, какой у него диагноз и стоит ли он на учете. Спасибо большое. Спасибо. Я благодарю вас и всю вашу команду за сегодняшнее участие. Тут вот один отзыв такой, что очень приятно видеть, что специалисты любят свою работу. Это действительно так. Спасибо вам огромное за работу, чтобы о ней сегодня рассказали. Вот, всем удачи, любви, терпения в работе с детьми. И в следующий четверг, 11 апреля, я приглашаю вас на наш следующий вебинар, который будет посвящен очередным вопросам сложности и трудности детей, подростков и психического здоровья. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.